себя в Телеграме выложу, мне пришло свеженькое, и ни у кого нет, видео из Волчанска, и там видно, в каких условиях происходит сопротивление ВСУ. Там видно, во что превращен город. И если, конечно, когда-нибудь будет составлена история, такая мировая история доблести, то рядом со спартанцами, рядом с героями Ронсенвальдского ущелья, с бурами, конечно, должны занять место ВСУшники, потому что феерический героизм украинцев. И если вот в 21 веке есть какие-то вот античные рыцарские эталоны отваги, благородства и стойкости, то это ВСУ. Просто надо понимать, что такое удержание части города в том состоянии, в котором он находится, когда уже не осталось ни одного целого здания. Ведь русские по-прежнему не берут, они не берут городки, они их уничтожают. А потом русские орки, корейские орки наполняют развалины, жрут человечины, трупы собак, доворовывают случайно уцелевшие вещи, насилуют, расстреливают тех, кто чудом уцелел в подвалах. Но Россия не стала такой чумой, она была ею всегда. И тем смешнее выглядят те, кто считают, что чуму можно оздоровить.